Hello, dear ladies and gentlemen. Всем привет! За эту неделю семья Димаша Кудайбергена пережила много трудностей. Диас со всего мира переживали за состояние артиста. Друзья, но жизнь продолжается, одни уходят, а другие рождаются и радуют нас своими успехами. Давайте принесем немного позитива и в нашу жизнь. Лучший друг Димаша, Осман, уже осваивает музыкальные инструменты папы, а его крестный следит за юным музыкантом и написал доброе слово в комментариях к посту. Скорее всего, Димаш уже давно в пути, ведь уже завтра утром по местному времени Димаш прибудет в Малайзию, где его встретят дорогие. Думаю, это будет большое событие в культурной жизни страны. Напомним, что одним из первых официально сообщил о концерте Димаша Куала-Лумпур сам министр культуры страны. Singer himself, Dimash Kutaipakan from Kazakhstan to our vibrant nation this. Во всяком случае, музыканты из команды Димаша уже на месте. Посмотрите на них, вы уже хорошо знакомы с ними. Итак, готовимся увидеть завтра яркую встречу артиста в аэропорту столицы.